Коллеги, всем привет! Меня зовут Александр. Я являюсь менеджером по испытаниям региона Север компании Сингента. И сегодня я снова нахожусь вне полевого города для того, чтобы выполнить свое обещание и поделиться с вами информацией по состоянию поля, который я демонстрировал 25 мая. Уже проведена междурядная обработка. 27 числа было проведено опрыскивание посева подсолнечника препаратом Фюзелат Форте в дозировке 0,85 литров на гектар. И смотрите, что получилось на сегодняшний день. Напомню, овсюк, который засорял данные посевы, находился в различных фазах роста и развития, от фазы шила до фазы кущения. И посмотрите, как выглядит сегодня овсюк посевной. Как в рядках, ну скажем так, здесь проведена была междурядка, мы видим, что абсолютно сухие растения овсюга. В рядочках, где не достали бритвы междурядного культиватора, овсюк также испытывает угнетение и, скорее всего, через некоторое время погибнет. Ну, что здесь сказать, на сегодняшний день проблема с овсюгом снята. Сейчас я немного перемещусь и попробую продемонстрировать состояние овсюга на контрольном участке. Коллеги, вот примерно так бы могли бы выглядеть посевы подсолнечника, если бы не была проведена обработка препаратом Фюзелат Форте. Спасибо за внимание. Всем здравствуйте.